Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Fable 2. По-прежнему в призрачных топях, и мы пытаемся отсюда выбраться, пытаемся найти безопасное место, безопасную локацию. Получается-то у нас не очень-то хорошо, тут нас встречали целые толпы пустотелых, две банши, и вдобавок еще ко всему этому винегрету тут был тролль, очень такой жирненький, каменный. И больно бьющий. Ну да ладно, вроде бы там наверху... Да, ворота. И мне кажется, тут кто-то вылез. Ну конечно, что-то вылезает пустотелы. Обычные, надеюсь, а то тут были еще древние, которые вообще били больно. Один должен был выжить, нет? Нет, не выжил. Обычно один выживает. Могила, могила. А вот эти ворота откроются? Нет, подождите, а ну буковка А есть, но сами ворота не открываются, жаль. Так, это был банановый сок. И неважно, говорит, что бананов нету... бананов нет сока. Как-то звучит странно, у бананов нет сока. Ну да ладно. Черная гавань, 60 миль. 15-часовое путешествие пешком. И там мы найдем ловкача, да. Насколько я помню, он сразу так прям и не выдаст себя. Нам придется там пополнять некоторые здания. А, точно, смотрите-ка, тут я вспомнил. Помните демона-стражи, который не хотел открываться? То есть он говорил, что сначала ему сыр принеси, потом он просил сделать дреды. Мы пошли в парикмахерскую в Глушвилле. И там парикмахер не умел делать дреды. Так вот, здесь, в этой черной гавани, парикмахер, по-моему, умеет делать дреды. И, ну, понимаете, да, к чему это центр идет. Города за следующим холмом. Ну, обязательно пойдем сходим потом в эту локацию, там, где был этот демон-страж, и попробуем его. Так, эти статуи. Я помню, одну такую статую уже запортачил. Своим неумелым выражением эмоций. Поэтому мы пока не будем его теребить. Он к тому же какую-то эмоцию интересно показывает. Такой пальцем, типа, о, чувак или... Не, не чувак. Там что-то такое интересное вообще. Опа, еще один, что ли, демонстраж? Где он? А, вот он. Привет. До-ре-ми. Стой! Стою. Я чувствую присутствие лютниста. Не может быть. Наконец-то настоящая музыка. А, ты так просто откроешься, я прям не верю. Да, лютня у нас действительно есть. Давайте поиграем у чего-нибудь. Попробуем. Да, играй же. Заверши мелодию верно. Ага, это будет непросто, на самом деле. Надо попасть вот этой белой точкой на зеленую. Пора полосу. Завершить игру! Попали? Вроде бы да. А может быть и нет. Да, да, браво! Виртуозное исполнение, просто чудесно! Давай, открывайся. Молодец, красавец. Я не помню, что за этим демоном стражем. Зимняя дорожка. А, это шикарный, на самом деле, демон-страж. Там очень красивая локация за ним. Так, Шурик, подожди, не бойся. Там очень клёво, сейчас... Ну, в общем, пойдемте сейчас сквозь этот демон-страж, вы все сами увидите. Да, заходим. Вот оно. Тут на самом деле очень шикарно, я пойду помедленнее, потому что, ну неважно почему, без спойлеров. По-моему, очень красивая локация, когда первый раз сюда попала, я просто кайфовал, очень так красиво, очень прикольно. Домик такой, новогоднее настроение. Заходим в дом и... Да.
Вот что происходит. Такой срыв покровов прям. Здесь где-то... Да, вот он, сундук. Меч мастера. Это лучше моего оружия. Это что? Что за описание? Оружие, которого не постыдился и король. Клинок идеально сбалансирован, а зубчатое лезвие способно рассечь врага, словно тряпичную куклу. Давайте возьмем его. И сразу экипируемся. К тому же оно лучше нашего. Ну, сейчас узнаем, кстати, насколько лучше нашего оружия. Трофеи, эликсиры. Не туда зашли. Но оружие надо. Оружие ближнего боя. 79, а здесь 78. Ну, кстати, не особо-то он лучше, но... Ладно, в принципе, молот нам уже надоел. Давайте походим с мечом. Правда, он почему-то... Он выглядит не так красиво, он не сверкает. Ну да ладно. Единственное, вот с этим демоном-стражем, что мне не нравится, то, что если мы сюда... Ну, выйдем и вернемся, то эта локация не будет опять-таки такой красивой, как она в первый раз. То есть эти фонари не преобразятся, дом не преобразится, все тут останется так же. Это немного грустно, да. Ну ладно. Кстати, в этот меч, интересно, можно вставить какой-нибудь модификатор? То без модификатора. Ну, он некрасивый, он не сверкает, ничего с ним не происходит. Почему нас бросили откуда-то сверху? Ну ладно, неважно. Надеюсь, то что-то достойное. Там мы столько хлама в последнее время выкопали. Кошелек, 100 монет. Бесполезная сейчас вещь для нас, потому что мы получаем 500 единиц прибыли только от наших лавок. Ой, а там шпиль уже почти достроен. 15 ключей, откроем. Модификатор касания золота. Этот кровавый модификатор позволит тебе всегда находить золото на трупах врагов. Поместите модификатор в пустую ячейку своего оружия и наслаждайтесь эффектом. Прикольный модификатор, но я подозреваю то, что мы будем получать очень мало золота. Самый большой дом в Черной Гавани – жилище ловкача. Предлагаю пойти и познакомиться с вором. Я думаю, пойдем туда потом чуть-чуть. То есть, я не думаю, что пойдем сегодня в этой серии к нему. Здесь очень много дополнительных квестов. И мы немного их повыполняем. В доме ловкача нас ждет... Ну, это будет спойлер, на самом деле, поэтому я промолчу. Ну, довольно интересно там будет, готовьте на самом деле. Готовьте кошельки и лавки открытые и ждут вас! Да-да-да. Стальной кремниевый пистолет, изобретение кремниевого замка, бла-бла-бла. Ладно. Кому интересно, можете запаузить. Опять-таки, все. Некоторые описания довольно скучные, на самом деле. Сундучок. Шляпа лесного брата. Видишь эту шляпу? Значит, лесной брат где-то рядом. И скоро начнутся неприятности. Все путешественники это знают. Спасибо, теперь мы тоже знаем. Гробы. Это лавка гробовщика. У нас, кстати, есть деньги, чтобы что-то купить, но я почему-то не могу осмотреть эту собственность. Я нажимаю на «А вот». 14 тысяч. А у нас 40. Дональд Трещик по камню.
Набережная Черной Гавани, 16, история. Серьезные пираты никогда не покинут порт без новейших модификаторов. Базовая стоимость, бла-бла-бла, владелец убит. Ничто так не снижает цену магазин, как убийство владельца. Ладно, покупаем. Говорили. Мне показалось то, что буковка А мигала над костром. Ладно. Ну-с, что мы тут можем выкопать? Хопский эликсир силы. Сразу же опять-таки выпиваем. Я вообще-то думал, чем мы тут займемся, но знаете что? Давайте. Давайте сделаем себе для начала дреды. Найдем эту парикмахерскую. О, а тут есть еще постамент, да, надо его активировать. Отлично. Найдем парикмахерскую, сделаем все дреды и пойдем все-таки к этому ловкачу, потому что дополнительные задания от нас никуда не убегут. В принципе, ловкач тоже, но... А нас то, кстати, пустят, нет вообще? Ладно, я не вижу парикмахерской пока. Пойдем сразу к ловкачу. По пути вырываю все, что закопано и спрятано. Гагат. Драгоценный камень, да? Этот камень на вид мало отличается от куска обычного угля. Таких можно немало найти в любом пожарище. Мы только прибыли в город, а тут некоторые нам нравятся. Некоторые нас уже обожают. Смотрите, мне какая красотка. Больше так не нравится. Интересно, как Алекса отнесется, если мы заведем свою себе вторую жену где-нибудь здесь? Ух ты. Ты здесь совсем недавно. Как тебя зовут вообще? Красавец. Не. Спасибо. Хорошо устроился этот ловкач-то тут. Большой красивый дом. Награблено немало, но сейчас мы ему немного, наверное, подпортим жизнь своим появлением. Дружище, у тебя что, дела с ловкачом? Он у тебя за спиной. Спасибо. Самая дорогая мебель, которая только есть. Мне кажется, обокрасить ловкача самое святое дело. Да? Да. У него есть краска. Почему я становлюсь злым из-за этого? Я ж... Кольцо верности. Кто не видит, можно украсть. Эликсир воскрешения. А вот и он. Ну что ж, приветствую. Хорошая компания, это всегда приятно. Гости не часто заглядывают в мой прибрежный рай. Особенно те, кто может уточнить представление человека о рае. Ну, никакого стыда. Изредка люди пробираются через призрачные топи, но выходят оттуда потерянными. Но не ты. Ты явно кого-то ищешь. А если ты ищешь кого-то в Черной Гавани, ты ищешь меня, больше некого. Но, боюсь, я ненавижу тратить время на ничтожество вроде тебя. А если по морде? Вот что, иди-ка отсюда. Спасай путешественников, убивай чудовищ, ну или тех же путешественников. Меня подробности не интересуют.
Докажи, что стоишь того, чтобы я с тобой поговорил, и я уделю тебе внимание. Ну все, кыш отсюда. Давай-давай, вали. Пошел, марш. Allez-vous-en. Тебя можно ударить? А что у нас за значок такой, типа, сдаться? Я не хочу сдаваться. Давайте сохранимся и посмотрим, что, как он работает. Мне просто стало любопытно. Потрясающе, это слово подходит. Надо прожить много жизней, чтобы застать такие чудеса. Это помогает. Так. Но, к сожалению, мы не можем войти с ним в бой. Я бы, конечно, подрался бы. Ну ладно. Причем нам в любом случае придется делать различные дополнительные задания об этой локации, чтобы он увидел, понял, что мы себе представляем, и решил с нами заговорить. Эго у чувачка гораздо выше, чем его дом. Поэтому придется немножко тут поработать. Думаешь, моя задница так выглядит? Ничего не поделаешь. Нам нужна его помощь, а у него свои интересы. Поддержи его игру, или Люциан скоро получит желаемое. Портал не действует, и призрачные топи отделяют тебя от большой земли. Если хочешь покинуть Черную Гавань, капитан какого-нибудь судна возьмет тебя на борт. Угу. Понятненько. Значит, способ выбраться отсюда — это плыть на корабле. Ну, как вариант, в принципе. Хотя у нас есть быстрое перемещение. И да-да-да, и нам, в принципе, это не страшно. Мы продолжаем воровать ловкача. У него, я думаю, довольно хорошие предметы. Тут можно найти всякие эликсиры. Рад, почему-то его не выпил сразу. Так, там третий этаж. Но мы еще с этим не закончили. Где он, кстати? Он ушел куда-то. Не думаю, то, что он увидит то, что мы тут творим у него дома. Так, где третий этаж? Или там просто чердак какой-нибудь? Привет, статуя. Кофе. Ладно. Кстати, довольно мало очков снимают за кражи. В принципе, я думаю, в начале игры можно было бы чем-нибудь разжиться. Краска Апокалипсиса Рос. Апокалипсиса Рос. Апокалипсиса. Ну, я прочитал, конечно, да. Говорят, что войны степей на Самаркандом. А, за Самаркандом, не нанесенных ни на какую карту, считают этот цвет беспредельной жестокости. Окей, мы что-нибудь покрасим этим мечом. Например, рукоятку меча. Он будет у нас беспредельно жестоким тогда. Так, спать его кровати мы не будем. А вот шкафчики обчистим. Рубин. А здесь? Почему я не могу его исследовать? Алло. Вот. Кошелек 750 золотых. Там еще один этаж есть, а тут сокровище у нас. Лавкам пора закрываться. Эликсир панацеи. Лавки закрываются. Средний такой эликсир. Жизни не особо эффективен, но и не бесполезен. Что ж, я думаю, нам надо отправиться в город и поискать первое задание. Там где-то уже что-то такое мигало, я видел, был восклицательный знак над одним чувачком. Кстати говоря, вот эти вот восклицательные знаки, которые обозначают то, что тут квест, впервые так-то появились, насколько я помню, в World of Warcraft. До этого нигде такого не было. То есть Питер Малини
Лемуэль, я никогда не мог его правильно произнести, его имя. Я помню то, что его зовут Петя, и думаю, это самое главное. Видимо, он поиграл в свое время World of Warcraft, потому что есть некоторые моменты, опять-таки, взяты оттуда. Этот беззаконный город. Требуется только немного веры. Мы могли бы попросить помощи. Ты права, сестра. Права, как никогда. Надо очистить город от печально известной банды Серебряной Змеи. Но как? Они так сильны и украли так много святынь из нашего храма. Знаю, знаю. И все же надо искать путь. Иногда мне кажется, что мы не сможем принести мир в этот ужасный город. Наша храбрость, настойчивость и вера помогут уничтожить скверну этой выгребной ямы. Грустно видеть, брат Гоб, что пение не очистило сердца здешних горожан. Сестра, чтобы спасти мир, надо пересмотреть наши методы. Так, ладно. Чем можем помочь? Ты ведь родом не из Черной Гавани. А то. Но тебе без сомнения известно, что город погряз в грехе и зле. Я Гоп из Гоп, гостеприимного общества порядочных поселян. Что-то знакомое, кстати. Я хочу превратить этот город в мирное и пасторальное поселение типа Глушвиля или Дубовой Рощи. Может, тебе и нравится в этом гнезде порока, но помогая храму, ты заработаешь большую награду. Ладно, давай. Поможем. Знаешь, как раньше звалось ГОП? Гостеприимное общество поющих предпринимателей. ГОП благословляет тебя. Я расскажу тебе об ужасном заговоре, погрузившем Черную Гавань в бездну анархии, где она и пребывает. Но сначала найди первый из священных предметов, необходимых для заклинания очищения. Это Агнец Вечной Надежды. Я чувствую, что он спрятан в доме на набережной, над тату-салоном. Вчера, когда я проходил мимо, то учуял его опьяняющий священный аромат. Иди же, и пусть порядочные поселяне направят тебя. На самом деле, это очень-очень и очень забавный квест, но все, скоро сами увидите. Но, к сожалению, не сегодня, потому что сегодня на этом все. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока!